Критика Куракавы Аканы все не стихает. Неужели к чему-то такому со временем можно привыкнуть? На самом деле у всех по-разному. Некоторые вовсе никогда не привыкают. Подобные реалити-шоу знакомств популярны по всему миру. Из-за них погибло около 50 человек. Если умерло 50 человек, можно смело считать, что такая же участь едва не постигла в 10 раз больше число людей. С таким трудно справиться. Чем больше показываешь настоящего себя, тем больнее. А в соцсетях весь негатив выставлен на показ. Все думают, что они исключения и имеют право травить других. Интересно, в порядке ли Аква? За него можешь не волноваться. Да. Верно. Что? Неужели? Что-то случилось, директор? Ну, Аква... Кажется, он попал в полицейский участок. Что? Когда мне позвонили, я уже готовилась к худшему. Люди умирают быстро. И если не успеть ответить на зов о помощи, будет слишком поздно. Ты хоть знаешь, как мы волновались? Прости. Аканы, я о том, что теперь ты можешь уйти с шоу. Но как же контракт? Съемочная группа несет ответственность за несовершеннолетних актеров. Ты работаешь под своим настоящим именем. Поэтому тщательно все обдумай и реши. Я очень боюсь, но я останусь. Не хочу так просто сдаваться. Понял.